В Хакасии проходит акция «Ночь музеев». В субботу в музее-заповеднике Казановка посетителей ждут экскурсии по территории музейного комплекса, мастер-классы по изготовлению талгана, а также экскурсия на гору Хазынхыр, где находится древнее святилище. Экскурсия начнется в 19:00 с посещения памятника Анчулчон. А еще в этот день у жителей Хакасии есть уникальная возможность совершенно бесплатно посетить Салбыкский курган. Организаторы подготовили интересную программу, которая включает в себя мастер-классы, обряд, повязывание челома и бесплатные экскурсии. В выходные драматический театр имени Лермонтова приглашает театралов. 18 мая постановка о истории любви в детективном стиле «Люти». Судите сами, в новогоднюю ночь в квартиру немолодой женщины позвонили. На вопрос «Кто?» последовало объяснение в любви. Начало спектакля в 17 часов. Днем позже, 19 мая, зрителя ждет комедия «Детектор лжи». История об амнезии и необычном лечении. Во главе угла спрятанная заначка, которую героям предстоит отыскать. Постановка начнется в 17:00. В субботу и в воскресенье на Устьебаканском острове отдыха пройдет первый гастрономический фестиваль «Мясо и огонь». Событие призвано продемонстрировать жителям и гостям республики национальную кухню народов Хакасии и возможность приготовления мяса на открытом воздухе. Завтра весь день посетителей ждут тематические ярмарки, детские площадки, различные фотозоны и огромное количество разнообразной еды. С 6 вечера начинается развлекательная программа, которая закончится фейерверком. Второй день фестиваля также начнется с работы тематических зон и ярмарки. Здесь можно будет принять участие в дискуссии на тему гостеприимства и туризма в республике. Завершится фестиваль подведением итогов и вручением наград. 19 мая в воскресенье приглашаются все желающие отправиться на весеннюю фотопрогулку по красивым местам Хакасии. Фоторепортеры посетят Шушинский бор, Саяно-Шушинскую ГЭС, пиратский корабль «Тартуга» и реку Енисей. Кроме путешествия, участников ждет мастер-класс по фотосъемке от профессионального фотографа. Тема «Как улучшить свои фотографии на любом устройстве, от мобильного телефона до профессиональной фотокамеры». Подробная информация о мероприятии в группе во ВКонтакте.